Сильвестр Сталлоне и звезды фильма «Неудержимые» в понедельник появились на красной ковровой дорожке в Лондоне. Здесь прошла премьера третьей части франшизы, уже завоевавшей любовь миллионов зрителей. Из первых двух фильмов перекочевал почти весь актерский состав, за исключением Брюса Уиллиса, у которого возникли разногласия со Сталлоне. Кроме того, появились и новые лица – Антонио Бандерас, Мел Гибсон и Келлан Латц. Сильвестр Сталлоне признается, что в связи с увеличением числа звездных актеров, контролировать их взаимоотношения становится все сложнее. «Надо чувствовать настроение людей. С этим я час не разговариваю, этот будет хорош утром, а тот проявит себя днем», — говорит актер. «Но все они любят посоревноваться, и когда включается камера, никто из них не хочет оказаться хуже других». А вот звезда «Сумерек» Келлан Латц, впервые появившийся в «Неудержимых», остался в восторге от работы с такими звездами. «Я впервые проводил на съемочной площадке чуть ли не каждый день. Обычно, когда ты не снимаешься, можно посидеть дома, сходить в спортзал или посмотреть город. Но я бы ни за что не пропустил битву Сталлоне с Гибсоном по колено в воде. Видеть легенд моего детства каждый день – это очень здорово». В новой части «Неудержимых» отряд наемников во главе с Барни Россом, которого исполняет Сталлоне, сталкивается с одним из основателей команды Конрадом Стоунбэнксом. Его играет Мел Гибсон. Премьера фильма в российских кинотеатрах состоится 14 августа.